Сядьте так, чтобы вам было удобно. Следите, чтобы ваш позвоночник был выпрямлен. Расслабьте все ваши мышцы так, чтобы все тело расслабилось и стало неподвижным. Начинайте медленно, без напряжения. Делать глубокий вдох и выдох животом. Концентрируясь на том, чтобы при выдохе из вас выходит ваше тело. Начинайте дотрагиваться до вашего физического тела и воспринимать его. Коснитесь ступни, живота. Проведите руками по лицу, груди, коленям. Почувствуйте кости, их связь с кожей и мышцами. И мысленным взором проникните глубже в себя. Представьте, как вы ощупываете свои внутренние органы, которые так гармонично работают внутри вас. Прибегнув к силе воображения, попытайтесь проникнуть еще глубже и увидеть мысленным взором клетки и атомы, из которых вы состоите. Посозерцайте и почувствуйте свое физическое тело в течение некоторого времени. Через несколько минут начните осознанно подключаться к другой вашей части. Вашим эмоциям. Эмоции, в отличие от физического тела и внешних органов, недоступны зрительному восприятию, но их можно ощутить точно таким же образом. Ощутите свои эмоции, эмоциональную энергию, которая находится в вас в данный момент. Какую эмоцию вы ощущаете? Каково это ощущение? Воображение восстановите какой-нибудь недавний случай, который вызвал у вас раздражение. Представьте его перед глазами во всех подробностях. Что вы ощущаете? Какие чувства вы испытываете? Насколько они сильны? Спросите себя, насколько сильны эмоции в данный момент, когда вы вспоминаете их по сравнению с тем, какие они были тогда, когда это происходило на самом деле. Чувствуете ли вы разницу? На мгновение подключитесь к вашему физическому телу.
Какие ощущения испытывает ваше физическое тело, когда вы вспоминаете о неприятном случае? Чувствуете ли вы изменения в токе крови или мышечном напряжении? Забудьте об этом случае. Представьте, что его бросили в далекое море или куда-то в другое, далекое от вас место. Успокойтесь и расслабьтесь всем телом. Теперь мысленно представьте себе какое-нибудь счастливое, трогательное или радостное событие, которое произошло некоторое время назад. Восстановите в воображении все детали, людей, запахи, звуки, чувства, которые вы испытывали в эти счастливые минуты. Загляните в себя, что вы ощущаете. Какие ощущения, эмоциональная энергия протекают через вас. Перейдите к своему физическому телу и почувствуйте, как оно реагирует на события. Чувствуете ли вы расширение в области сердца и живота? Подтянулись ли мышцы, поднимающие вверх уголки губ? Дышите глубоко и расслабьтесь всем телом. Вы можете ощущать чувство силы в животе, энергию желания действовать. Вздохните всем сердцем. Почувствуйте, как оно раскрывается. Ощутите колоссальную любовь, находящуюся внутри вас. Почувствуйте, как оно растекается и заполняет все ваше существо. Такие эмоции живут внутри вас и вокруг вас постоянно. Даже в том случае, если вы не можете ощутить их физически. Ощутив эмоциональное тело, закройте глаза и начните концентрировать ваше внимание на том, что происходит внутри вашей головы. Через нее проходят мысли. Прислушайтесь к ним. Какие мысли приходят и проходят в вашей голове? Внимательно прислушайтесь к ним, когда они проходят в голове. Следите за тем, как они идут, с какой скоростью. Какие они? Шаткие или устойчивые? Приходят ли они непрерывным потоком? Или сочетаются с тонкой струйкой? Вокруг каких тем они концентрируются? Вы можете слушать собственные мысли. А теперь проведите интересный эксперимент. Выхватите одну мысль
и измените ее так, как вам нравится. Это, на удивление, простой процесс, но в высшей степени эффективный. Вы можете наблюдать свои мысли. Следовательно, вы не являетесь собственными мыслями. Вы их свидетель. Вы их порождаете и можете управлять ими. Не они управляют вами, а вы управляете ими и направляете их так, как вам нравится. Останьтесь в таком состоянии сознания в течение нескольких минут. В данном состоянии вы осознаете свои различные тела. Вы ощущаете их. Вы наблюдаете за ними. Обратите внимание на то, что они являются частью вас. Что вы имеете возможность вмешиваться в них. Управлять ими и наблюдать за их поведением. Позвольте мыслям протекать так, чтобы не задумываться над ними и не обращать на них особого внимания. Постарайтесь сохранить расслабленное состояние покоя. Несколько минут побыть без мыслей. Осознавайте и проявляйте внимание к чувствам, которые возникают у вас. Постоянное выполнение этого упражнения поможет вам достигнуть более высокого уровня осознание ваших сознательных тел, понять их функцию и взаимосвязь между ними, усилит вашу способность управлять ими и нести полную ответственность за них.